Здравствуйте. Мы сейчас на выставке. Приехали. Стенд разложили. Завтра всех вас ждем. Ну и немножко сейчас пробежимся по стенду. И я вам расскажу, в общем-то, что мы привезли. Во-первых, это мои любимые ножи из 9HS, да? То есть вот они, карачаевские, грибники, все это есть. Есть рубаки, то бишь тяпки. Дальше. Сразу начинаем с новинок. Я несколько уже видео про это говорил. На ней отдельно. Это карачаевская спарка. Это бичак или бычак. И вот когда мне недавно в комментариях написали, что это одно и то же лезвие с МСом, я скептиков разочарую. Нет, это карачаевское лезвие. Можете посмотреть. Видите, да? Это бычак и кизлик или кизлик. Не буду умничать. Это трапезный нож. Спарку не стали специально делать друг на друга, а сделали именно так. Почему, парни? Ну, можно, хочешь этот взять, хочешь этот. Рядом делать не эстетично. Они сходятся. То есть решение, я считаю, найдено оптимально. А вы уже оцените. Не тяжелый, но зато надежный. И у вас два постоянно ножа. Ее можно, кстати, как угодно, ее можно через ремень носить. Ну, зато абсолютно надежно на все случаи жизни. То есть вот такая вот карачаевская спарка. Или, как мне говорят, это не балкарская. Как угодно. Напоминаю также Финка Васильева. Это хит продаж сейчас абсолютный. Ну, смотрите, да, у кого есть Финка Васильева, станочной работы, ну, посмотрите, это же, ну. И дальше вот такие вот техно-чаки. Смотрите внимательно. Я их даже перед выставкой не показывал. Это ручка кизлик. И есть очень хорошее преимущество перед классическим пчаком. Все мне говорили, не работает пятка. Понимаете? Вот при любом хвате пятка работает. Они у нас есть такого размера. Ну и, соответственно, есть размера побольше. Вот такого. Вот. Ну, мы будем разные варианты делать. Вот такой клинок и то же самое под ручку кезлика. То есть, кто любит узбекскую форму, захочет что-то. Ну, это вот такая вот интересная новиночка. Вот, смотрите, вот они спарочки. То есть, цвета хаки, да? Коричневые, красные. Вам понравится. Дальше идем по финкам. Не забываем, что живем в непростое время. Мобилизация, эвакуация, а для этого 0.41, ну, это ломовой нож. Это не нож, которым профессиональный лосей разделывает, да? Это то, что вам нужно везде. И уж если с собой что-то и брать, потому что посмотрел я пособие там по мобилизации, там предложили китайский складник. Ну, можно положить китайский складник, но если вы едете только с той целью, что вас очень быстро убьют, то тогда можно китайский складник. А так, если вы все-таки собираетесь вернуться домой, все-таки лучше вот такой. Ну, соответственно, дальше все понятно. По рыбалке есть кижучи. Рыбацкие с резиной. Большой выбор по порошкам. Ну и есть по эксклюзиву вот такой вот для любителей блатной романтики, игровых там всяких приколюх.
Вот. Такая работа нашего штучника. Да. Вот очень. Перо нож называется, да. Вообще в таком нож, вот я в свое время ее сам рисовал, он в таком, знаете, старорусском стиле. Вообще на самом деле, вот посмотрите, да, там царские кинжалы, вот они где-то в таком стиле. Ну, для любителей японской тематики, пожалуйста. Классическая форма танта. Мы его привозим второй раз, и вот раз посмотрели. Это для любителей, кто подороже. Отдельная тема — это нож вместо зауфидера, наша с Сергеем Астаховым разработка. Вот он с древком. Это нож облегченный, который можно как бивачный использовать, а также кстати, нож еще в продажу практически не выставлялся, не дешевый. Для любителей, тех, кто колет зверя из-под лаек, будь то кабан или барсук. Вот смотрите, вещь не сильно дешевая, но вам понравится. С ним вообще вещь хорошая. В современном мире он может вам, вы будете смеяться, но пригодится больше, чем 0,41 финка. Потому что в данном случае он лучше трехлинейки со штыком. Вот. Оружием не является, потому что, ну, сами видите, это же не оружие. Это перочинный ножичек. При этом, при всем, это разбирается, ребята, разбирается. И вот так вот. Этот в одиночном экземпляре захотите. Ну и здесь вот, понимаете, порошки, Elmax, что-то из M-ки есть, из M390, S-ки есть. S-ка у нас запасена, S-ки у нас достаточно много. Также есть несколько ножичков из ламината. Их буквально вот два. Это авторский ламинат. Вот задают очень много вопросов. Дайте состав. Мужики, я же объяснял. Сердцевина — это авторский сплав. Вам какую марку стали, вы должны услышать. Я что, марки стали придумываю, что ли? Как делается авторский сплав? Берутся разные металлы в разных пропорциях, отливаются, и поэтому это и получается авторский сплав. Далее брусочки. Ну, здесь все понятно. Как бы, да. Ну, вот, сакцентируюсь на финке Васильева. Все-таки это оптимальная штука. Не забываем про хулиган. У самого такой зеленый. Мужики, классный. Так, тяпки, парни. Вот эти тяпки, я про них уже много снимал. Одна из моих любимых тяпок для квартирного жителя. Для каких-то экстремальных задач не подойдет, но попробуйте. Это, ну, вообще офигеть. Обычно их привозим мало, они заканчиваются. В этот раз есть. Есть шинковочные, ребята, вот такие, смотрите. Это шинковочные темы, шинковочные тяпочки. Я не буду их там отстягивать, да. Придете, посмотрите. Ну, отдельно, соответственно, вы можете кезлик взять, да, или кизлик. Есть кухонные наборы. Есть сейчас очень-очень востребованный — это карельский фронт. Время суровое. Нож маленький, удобный, надежный, да. Полуторная заточка, кто наши эти знает. Финок у нас большое количество.
Вот у нас Калийский фронт 2, то есть он более такой боевой нож. Соответственно, кводухи есть. Вот. Вот кухонечек такой прикольный, прикольный. О, кстати. В этот раз привезли вот столько разборных финок НКВД. Там что у нас поставим на них? М390. Эти восьмерка? Да, это я вижу. 8. Ну, аутентичность. На это делали упор. Х12МФ. Ребята, разборные финочки на любой вкус. Ну, дальше финк, как обычно. Вот такая вот. Интересная штука. Вот. Такой вот Хомберг бюджетный. Ну, смотрите, какая прелесть. В руке как лежит. Дальше. Дальше понятно, да? Это топоры нашего автора. Вот с такой вот свинячей головой. О, смотрите. Так. Это тема, да, сучок. Это у нас Завьяловская, да? Вот, финка Завьялова. Вот она, ребята, это достаточно редкая вещь. Она не то, что редкая, мы ее редко делаем. Она, по-моему, в одном экземпляре, если что, купите. Сучок, понятно, я показал, да? Это у нас... вариант саперов-разведчиков-диверсантов. Вот это вот разведчик-диверсант, выполненный по просьбе потоньше. Ну, про него не буду рассказывать, я про него много видел. Далее народная финка. Вот такие вещи. Значит, с собой никуда его брать не рекомендую. Это все-таки больше такой, ну, прикольный, дорогой понт, ребят. Вот. Вряд ли он вам пригодится при каких-то экстремальных вещах. Вот пару боевых тем. Это берсерк легендарный, которых 4 мешка. И чисто моя разработка ворон. Который, я, конечно, не такой специалист ножевого боя. Но в свое время так немножко друг друга стукали кулаками. Но вот если вот этим, ну... вот если мне дать вот это защищаться и вот это, я вот этот возьму. Потому что я вот этим могу стукнуть. Вот этим. Как-то проще. Ворон, кстати, и берсерк тоже в последнее время практически не ездит. Ребята подошли к лотерее. Видите, сколько шариков? Я про нее рассказывал. Там выигрышей пипец просто сколько. Пипец. И вот смотрите, вот давайте крупным планом, глядите выигрыши, и мы их сейчас будем закладывать и сюда закидывать, потому что завтра вы их будете выигрывать. И начнем. Вот чисто так, подарочный сертификат на 5000 рублей на покупку ножа обновленного сайта Русбулат.ру. Так, давай своей рукой. Видите? Положили. Ну ладно, потом перемешаем. Так. Подарочный сертификат на 5000. Попозже. Конные прогулки. На конные прогулки в нашем конном клубе Исаул. Подарочный сертификат на конные прогулки в нашем клубе. Вот. Можете приехать, не воспользуйтесь, можете подарить детям, внукам, соседям. Вот. Вот сразу и приз мы показали. Так. Дальше я их беру это не по ценности, а просто беру. Постоянная скидка 10% при заказе на сайте Русбулат. Это вообще супер приз, потому что вы даже всем своим родственникам, знакомым, друзьям и детям, вы для них будете, вы будете с постоянной скидкой 10% покупать в любое время дня и ночи.
Вы можете вообще там всем, всем городом пользоваться этой скидкой. Вы будете самый уважаемый человек в городе, потому что у вас 10% скидка на сайте «Русский Булат». И действует всегда. Далее. Подарочный сертификат на 5000 на трофейную рыбалку. У нас в Нижегородской области есть трофейная рыбалка. Этот сертификат вы тоже получите. Вы можете его передарить, переслать, кто ближе. А можете приехать сами. Вот он так выглядит. Андрюх, пакуй. Так. Далее. Далее. Скидка 1000 рублей на следующий нож. Хорошая скидка. Закидываешь, да, Андрюх? Ты не мимо кидаешь? Все. Так, грибник 9HS. Где он у нас? Это вот тот, который не выиграли в прошлый раз. Ребята, вот он. Он вас ждет. Стоимость, чтобы вы понимали, 16 тысяч такого ножа. Вот он. Это он. Вот конкретно он. Вот не любой, а вот именно этот нож. Брусок для заточки. Ну, вот он. Стоимость 2000, да? Вот. Этим бруском поправишь практически любой наш нож. Или закидывай. Вообще зачет. Скидка 3000 на следующий нож. То есть это по сути депозит. То есть вы либо получаете эту скидку, либо берете два ножа, получаете эту скидку, либо вы берете нож за 3000 рублей. В принципе, что одно и то же. Вот такой депозитик, как и в прошлый раз. Ну, призов, вы видите, призов просто. А вот, понимаете, у нас все по-настоящему. И шариков, если вы видели, вот смотрите, у нас шарик, у нас скоро шариков будет вот столько. И даже крутить будет невозможно. Мы стараемся, чтобы всем было хорошо и интересно. Нож до 10 тысяч рублей. 10 тысяч депозит, на который вы можете получить скидку на дорогой нож. Например, там русалка за 100 тысяч. Либо взять три ножа по 3000, сдача не удается, и четвертый нож доплатить. Ну, это ладно. Скидка 3000 рублей при покупке на сайте Русбулат. Я хочу пояснить. В данном случае эта акция настроена на пиар обновленного сайта. На пиар обновленного сайта. И нигде, ни на выставке, ни здесь, нигде эта скидка не будет действовать. Только при заказе там. И это все, что здесь написано, здесь все достаточно подробно. То же самое, скидка 1000 рублей при покупке ножа на сайте Русбулат. Для того, чтобы поднять рейтинг сайта, который когда-то был ведущий, потом Русдамаск, потом у нас еще. У нас три сайта, чтобы вы понимали. Русбулат, вот который это сейчас, это самый первый, но он был в ремонте очень много лет, лет 10. Русдамаск красный и Русбулат-ру. Вот конкретно скидка будет вот на этом сайте. Понятно. Далее. Нож до 5000 рублей. Тоже как понятно, как работает. Это здесь на выставке. Это здесь на выставке, ребята, до 5000 рублей, ну, это депозит. Как нравится, так и попользуйтесь. До 15000 рублей, ребят. Вы можете набрать ножей, либо получить скидку на дорогой нож. Дисконт 15000 рублей. Повторюсь, прежде чем просто окрутить барабан нельзя, нужно купить нож. Вот купили?
крутим. Одна погубка, один раз крутим. Финк 108, 95К, 18. Сколько у нас? 3000 на вас, да? 3000 рублей. Вот. Это конкретный нож. То есть вот, вот он. Ну, по цвету, может быть, и выберем, исходя из этого, но не факт. Ну и последняя подарочная шкатулка. Это то, в чем вы будете хранить нож. Вот. Ну и дальше доходим до конечной. Здесь у нас, парни, якутики. Смотрите, якутики, да, разные. Вот. И самое главное, вот это все мы перемешиваем. То, что вы положили, перемешали. И вот завтра это так. Покупаем нож, крутим. Крутим, да? Ну-ка я попробую, насколько я удачливый. А что я выдерну? Интересно же. Так. Ну, вот я выдернул, например, скидку 10%. Не на этот нож, а на следующую покупку на этой выставке. На следующую выставку это не распространяется. Понятно, как работает? Все хорошо. Так, на высокой витрине у нас стоят интересные вещи и заслуживают внимания авторские работы. Авторские работы нашего мастера. Это русалка. Смотрите. То есть это не лазер, это ручная работа. Видите, такая вот приколюха. Вот, стоит 100 тысяч рублей. Клинок дамаски. Вещь коллекционная, неповторяемая. Так. И композиция медведь. Вот такой вот пень, да, сделанный. Все, это все не лазер, парни, это все работа нашего автора. Вот. Ну и здесь вот такая вот здесь вот, видите, комбинашка, финка, да, опять же, коловрат стоит, стабилочка, ножны, видите, какие, с инкрустацией. Личное клеймо мастера. Эсточка. Стоит также 100 тысяч рублей. Будем считать, что мы на нее делаем дисконт. Так она у нас будет продаваться. Вот, я вам сейчас покажу вот это вот. Да, вот. Здесь вот как сделано. Так она будет продаваться за счет того, что это эска. Будет продаваться 120. Здесь на выставке вы ее можете купить за 100. Андрей. Ну и там есть еще эска с мамонтовым зубом. Я тоже покажу. Вот. Такая вот. Очень популярный мясник. Ну вот, смотрите, это подарок девушке, видите, цветы, это давнишний, давно не возили, вот он сделан очень хорошо, раньше ее делали у нас, абы кто сейчас делает, мастер, смотрите, как сделано, классно. Это для чего, если вдруг кто-то несанкционированно на нее напал, она им может защититься. С летальным исходом для насильника. Но в основном клинок не для этого, для того, чтобы напугать. Он оружием не является, потому что не подходит под это. Тем не менее, мечта каждой девушки. Вот. К
Кстати, сразу хочу сказать, когда будете покупать, если ваша девушка неадекватная, такой нож дарить не надо. Потому что в суде потом все всплывет. Я ничего не нарушаю, а вы будете соучастником, если кого-то им замочит. Вот. Здесь с одной стороны охота, с другой рыбалка, из этой же темы. Вилочка порезать. Видите, да? Ну, это не новинка, но мало ли. Ну вот, круг мы завершили. Что здесь еще? Чукоточка с деревом. И вот такая модель, мы ее незаметно ввели. Давно, уже лет 5 назад. Это грибник М. Это тот же грибник, все нормально, но со скосом. То есть более функциональный, более, как бы, кстати, достаточно бюджетный. Я не знаю, их там 1-2 ножа есть. Даже есть вот сурочек вот такой. Практически под заказ, видимо, делали, кто-то отказался. В общем, так. Ребята, ждем вас. И все-таки я начал с этого и этим закончу. Наша абсолютная гордость — это вот это. Это спарка. Дело в том, что чтобы ее сделать, это нужно было определенное потратить время и деньги. И самое главное — проработать технологию спарка из резинопластика. Именно карачаевская, потому что я люблю карачаевскую культуру и очень уважаю Карачаево Черкесию. И вот начал я с нее. Ну, в общем-то, на этом я с вами прощаюсь до завтра. Приходите. Мы на входе, как всегда. Вот, вот раздевалка, вот стенд «Русский Булат». И вам все понравится. Всего доброго. До свидания.